Мы рады приветствовать в нашей студии пиар-директора турнира St. Petersburg Ladies Trophy Веру Подгузову. Вера, здравствуйте. Здравствуйте. Вот так быстро промчалось время, и турниру уже 5 лет в этом году. Можете подвести какие-то краткие итоги, но такого довольно внушительного отрезка для турнира? Действительно, 5 лет промчались очень незаметно. Сейчас юбилей, а мне кажется, только вот вчера все начиналось. Но какие краткие итоги? Они не краткие. Они очень громкие, потому что наш турнир в этом году завоевал снова титул лучшего турнира в мире по признанию спортсменов, игроков, теннисистов WTA тура. И, соответственно, в прошлом году мы также заслужили эту номинацию стать лучшим турниром в серии премьер в мире. И, конечно, это, безусловно, как бы вот итог, итог нашей деятельности. Я надеюсь, что эти итоги, они уйдут в будущее, и мы только будем развивать и снова подтверждать этот статус. Ну, а если говорить об итогах внутренних, наверное, для Российской Федерации, для Санкт-Петербурга, безусловно, это очень яркое спортивное мероприятие, которое было, собственно, 5 лет назад первый раз открыто к проведению. И сегодня это уже мероприятие такого государственного уровня, федерального масштаба, я считаю. Но и, помимо всего прочего, это, в принципе, мировое событие, которое привлекает в Санкт-Петербург внимание. И если даже гости международные не приезжают, то это просмотры, миллиардные просмотры, собственно, на трансляции игр по всему миру. И это здорово, потому что это промотирует не только спортивную Россию как спортивную державу, но и Санкт-Петербург как город такой спортивной славы, как город, как культурную столицу нашей страны, и, собственно, привлекает сюда к себе внимание таким образом в том числе. Поэтому тут можно с разных сторон оценивать итоги, такие промежуточные, того, что удалось добиться. Ну и, безусловно, я не могу не отметить, наверное, итог привлечения внимания со стороны детей, молодежи, собственно, к нашим вот соревнованиям, к спорту в целом. Ну вот, кстати, о детях. Сегодня перед тем, как прийти на трибуны, я видел, как люди просто идут от метро в сторону Сибур-арены и идут с детьми. И на самом деле это заставляет улыбнуться, потому что здорово, что очень много детей. Что готовится для детей? Насколько это сложно каждый раз придумать что-то новое? Потому что дети же, они самые, наверное, такие интересные судьи в плане турнира. Да, в плане организации я соглашусь с вами, потому что их мнение тут уже не перебить, знаете, разговорами. Они им либо нравятся, либо нет. Но хочу подчеркнуть, что мы как организаторы с самого первого дня застряли свое внимание именно на юношестве, на детстве. У нас всегда работает детская игровая комната, у нас всегда есть различные мероприятия вне, собственно, корта, на арене для детей. В этом году мы очень активно начали работать с «Зенитом», потому что наш генеральный директор, он одновременно является генеральным директором футбольного клуба «Зенит», и мы, безусловно, не могли этим не воспользоваться и не подружиться, собственно, с фан-клубом и с самими игроками. Буквально на днях у нас на кортах происходило что-то вообще невероятное. Я когда это первый раз услышала об этом, я потом ее увидела, я, конечно, была сама крайне удивлена, но это здорово. У нас был теннисбол. У нас и Дзюба играл, я не поняла даже, как это вот, футбольный теннис на корте. Это, конечно, здорово, потому что, опять же, перетекает внимание от одного спорта к другому. Это юноши, это девушки, которые, собственно, болели там за футбол, теперь они смотрят теннис, и никому от этого не хуже, а только лучше. Санкт-Петербург Ladies Trophy постепенно заканчивается. Что дальше ждет оргкомитет турнира? О, мне даже страшно представить, что нас ждет дальше. Подготовка к 25-летнему юбилейному Санкт-Петербург Open. Я думаю, что это будет очень феерично. Но всех секретов вы раскрывать, конечно, конечно, не будете. Конечно, нет. Все секреты мы будем постепенно раскрывать в наших мероприятиях при подготовке, потому что, безусловно, к этому событию мы будем готовиться очень тщательно. И в течение вот следующего полугодия до сентября в городе будут происходить разные теннисные чудеса.
Вера, спасибо, что сегодня пришли к вам, к нам. Ну а вам, друзья, советую следить за нашими соцсетями, за нашим инстаграмом Formula TX, за группой ВКонтакте, чтобы следить за тем, как постепенно раскрываются секреты организаторами 25-го турнира Санкт-Петербург Open. Ну а мы продолжаем свою работу на Saint-Petersburg Ladies Trophy.